В Миассе на проспекте Автозаводцев прямо посреди дороги забил огромный фонтан. Напор воды обрушился прямо на проезжую часть. Автомойка! Жестко. Коммунальное ЧП сняли на камеры мобильников очевидцы. Сообщается, трубы, видимо, не выдержали во время проведения плановых гидравлических испытаний теплосети. Нифига себе! А троллейбус-то не проедет. Они горячая вода еще? Горячая? Да, это горячая, горячую уже отключали. Нифига! Троллейбус едет, смотри, по воде прям. Пофигу ему вообще, он что, не замыкать? На место сразу же выехали специалисты, подачу воды отключили, троллейбусная линия не пострадала. Отключение электроэнергии не последовало. Коммунальщики сейчас устраняют последствия происшествия. В домах в округе выключили воду.